Здравствуйте, уважаемый Алексей Иванович. Поздравляю вас с Днем Героя Отечества. Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ивановичу Кузину 95. Он кавалер 2 медалей за отвагу. За мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Родины от немецких захватчиков, фронтовика поздравили военнослужащие Центрального военного округа. Личный состав мотострелкового соединения общевойсковой армии пожелал фронтовику крепкого здоровья и устроил сюрприз. Сейчас подготовили вам подарок. Оркестр сыграет для вас, да? Спасибо. Военный оркестр под окнами дома ветерана сыграл на духовых и ударных инструментах попурри из популярных военных песен. Светлана Кудрявцева, «События».